Компания «Континенталь» уделяет немало внимания развитию внутреннего туризма. Так, в прошлом году марка приняла участие в проекте «Страна энтузиастов», в рамках которого экспедиция на трех автомобилях прошла маршрут длиной почти 25 тысяч километров от Мурманска до Магадана ради общения с энтузиастами своего дела, живущими в самых удаленных уголках страны. В рамках проекта «Континенталь» проводил конкурсы для своих подписчиков в соцсетях. А недавно компания завершила новый проект в поддержку внутреннего автомобильного туризма. Конкурс «Путешествуйте вместе с «Континенталь»» подарил уникальную возможность всем автомобильным путешественникам поделиться своими туристическими историями и сразиться за звание главного путешественника. Причем сделать это было проще простого. Принять участие мог любой желающий, воспользовавшись приложением, доступным в официальном сообществе «Континенталь» в социальной сети ВКонтакте. Достаточно было разместить фотографию своего автомобиля и рассказать небольшую историю о путешествии. Однако в результате получилась интерактивная карта необъятной страны с огромным количеством необычных мест, увиденных историй и отличных фотографий. Но самое главное, что все участники показали тысячам людей красоту и интересные уголки своего родного края. Каждый пользователь мог попасть в рейтинг, опубликовав наибольшее количество историй, или найти для себя новый, неизведанный маршрут, посмотрев записи других участников проекта. «Путешествуйте вместе с «Континенталь»» поддержали многие известные блогеры, фотографы и путешественники. Некоторые из них ради участия отправились в поездки по интересным местам. За время реализации проекта на интерактивной карте появилось больше 2000 отметок. А это 2000 уникальных мест и историй, которыми поделились жители России от Камчатки до Калининграда. Наверняка эта величина могла быть еще больше, потому что неизведанных уголков в нашей стране неисчислимое множество. Проект сопровождал конкурс для пользователей, которые оставили свои отметки на карте. Каждый месяц жюри выбирало 7 счастливчиков, самых активных авторов с интересными историями, которые получали призы. По итогам проекта все отметки, истории и фотографии вошли в большую книгу «Конти путешествия», которая является своего рода народным путеводителем по уголкам нашей России.